Красотки меньше даже самый стойкий фотограф, потому что мы смотрели на хирургические превращения вместо звезд. В один момент личико Ричи изменилось и перешло из хит-парадов американских красавиц в рейтинге неудачных классических операций звезд. Какое-то время таблоиды всей страны жалели искусственную девушку, потом привыкли к ее глянцевой внешности. Хотя, похоже, саму Николь подобные выводы прессы никогда не смущали. Имея свое представление о женской красоте, она осталась довольной результатом и после операции обзавелась даже новым бойфрендом, от которого родила малыша. Жертва моды и глянцевая Барби. Ой, блин, и дом клуб. Ричи, влюбленная в свои губы, остается на 10-й строчке рейтинга. Йо, Володя, ты фауна. Просто лайка. Ты понимаешь, как стать, если бы не разнегрил? Mm-hmm.